Привет, друзья и гости моего канала. Сегодня я буду готовить сало. Итак, начинаем. Я взяла вот такое вот сало. И теперь я это сальце порежем на кусочки. Вот такие вот кусочки. Готовим маринад. Берем ложку чайную соли, хмели-сунели, вот такая вот приправа к салу и шпику. Тоже возьмем чайную ложку. Оливковое масло. И все ингредиенты сейчас мы смешаем. Каждый кусочек будем намазывать. И оставляем мариноваться в течение 1 часа. Мы будем заматывать. Плотненько, тщательно. Очень плотненько заматываем. Таким вот образом мы заматываем все кусочки, чтобы оно держало форму. Теперь наливаем в кастрюльку водичку, ставим на огонь и опускаем наши кусочки в эту воду и ставим варить на 2-3 часа, как минимум. Сложила кусочки в кастрюльку плотненько, залили водой. Вот, и в процессе варки водичка будет испаряться, естественно. И я в процессе варки буду ее доливать. Вот так вот варится на маленьком огонечке мое сало. Прошло 2 часа, сало готово. Я подождала, пока остынет вода. И будем вытаскивать, разрезать, пробовать. Освободим сало от пленочки, которую заворачивали. Разрезаем на кусочки и будем пробовать. Сало мягусенькое, вкусное, шикарное, пахучее. Сейчас бы к салу и будем его вкусно. Его нежности, его запаха. Какой же украинец не любит сало? Особенно такое. Кстати, я сало не ем. А вот такое вот вареное сало, специи, я ем с удовольствием. Thank you.
Приятного всем аппетита! Пока-пока!